Цегломенская библиотека номер 16 представляет. Эти книги знают все. Говорят, что есть такие детские книги, которые могут рассказать обо всем на свете. Вот бы мне увидеть их. А где я могу это сделать? Конечно же, в библиотеке. Такие книги, оказывается, называются энциклопедиями. Для справки. Энциклопедия – научное справочное издание по всем или отдельным отраслям знания в форме словаря. Или приведенное в систему обозрение различных отраслей какой-нибудь науки. Устаревшая книжная. Сергей Иванович Ожегов. Словарь русского языка. Сейчас мы познакомим вас с некоторыми из таких книг, которые есть в Цегломенской библиотеке номер 16. Большая энциклопедия для самых маленьких. Эта книга поможет родителям ответить на множество вопросов маленьких почемучек. В энциклопедии собрана информация по самым необходимым для знакомства с окружающим миром темам. Тело человека, животные на ферме, лесные животные, животные саванны, динозавры, море, небо, времена года и транспорт. Эмили Бамон. Все о феях и волшебстве. Это самая настоящая энциклопедия чудес. Она переносит вас в волшебный мир, где живут феи и гномы, маги и чародеи, герои сказок и легенд, кровожадные вампиры и ночные призраки. В этой великолепной, забавной, красочной книге читатели найдут остроумные советы, как спастись от привидения, как заслужить подарок доброй феи, узнают, как сшить карнавальные костюмы, сделать нарядные гирлянды и испечь вкусные угощения к веселому детскому празднику. Астрономия, космос. Энциклопедия рассказывает о происхождении Вселенной, о чудесах, которые окружают Землю в огромных просторах космоса, о впечатляющих достижениях астрономии новейшего времени. Читатель узнает об удивительных галактиках, о звездах и планетах, о кометах и астероидах, космических излучениях и черных дырах, и еще о многих-многих других интереснейших вещах. А зримо представить себе все это помогут более 300 ярких иллюстраций, среди которых особый интерес представляют снимки со спутников и межпланетных космических аппаратов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она станет источником дополнительных знаний при изучении школьных курсов физики и астрономии. Киты и дельфины. Детская энциклопедия Дэвидсон Сюзанна. Чем усатые киты отличаются от зубатых? Как дельфины общаются на расстоянии? С этой книгой ты совершишь увлекательное путешествие в подводный мир. Узнаешь, как растут, путешествуют, ищут еду и создают семьи эти удивительные животные. Прекрасные иллюстрации, схемы и рисунки сделают чтение еще более увлекательным. Для чего улитки рожки?
где живет рак-отшельник? Кто может ходить по воде? Могут ли рыбы забраться на деревья? В энциклопедии «Живая планета» есть ответы на самые неожиданные вопросы. В книге много любопытных, а подчас и весьма забавных фактов из жизни наших старых знакомцев – лисицы и волка, пчелы и улитки. Вас ждет встреча с редкими обитателями нашей планеты, с губками и коралловыми полипами, с ящерами, панголинами и трубкозубами. Вы узнаете о том, какими хорошими родителями могут быть некоторые рыбы, почему раку-отшельнику необходимо часто менять квартиру, как Василиску удается бегать по воде. В этой книге много редких и интересных фактов. И даже о самых сложных вещах здесь рассказывается легко. Серия этих энциклопедий, написанных в формате вопросов и ответов, содержит подробные и увлекательные объяснения на тысячи разных «что», «как» и «почему». Ольга Александрова, Ломоносовская энциклопедия дошкольника. Энциклопедия подготовлена в соответствии с примерной общеобразовательной программой воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста, разработанной в Федеральном институте развития образования и построена на принципе обучения в процессе игры. Развивая способности дошкольника, а также интерес к приобретению знаний, издание поможет полноценно подготовить ребенка к школе, что станет основой успеха в дальнейшем обучении. Благодаря тщательно проработанной, опробованной, выверенной методике ребенок без проблем получит навыки чтения, научится считать и решать задачи, произнесет свои первые слова по-английски, пополнит знания об окружающем мире, познакомится с азами вежливости, узнает самые важные сведения о родной стране. Эти знания и умения дадут возможность поступить в любую школу и станут прочным фундаментом для будущего образования. Энциклопедия предназначена для неравнодушных родителей и мудрых воспитателей любознательных малышей. Серия «Я познаю мир» даст ответы на детские «почему» обо всем на свете. Ее сотни энциклопедий содержат информацию по широкому кругу знаний: мифологии и религии, ботаники и зоологии, химии и физики, медицине и астрономии, географии и экологии, анатомии, палеонтологии, археологии и этикете, математике и языках, генетике и даже криминалистике, литературе и не только. Над их созданием трудились легендарный отечественный писатель, автор культового «Волшебника изумрудного города» Александр Волков и ведущий популярной программы для малышей «В мире животных» Николай Дроздов, а также именитые популяризаторы науки Рудольф Баландин, Николай Дорожкин, Станислав Зигуненко и многие другие. С этими и другими не менее красочными и интересными энциклопедиями вы можете познакомиться, если посетите Цегломенскую библиотеку номер 16. Приходите к нам, выбирайте книги и читайте.